Банки, бутылки, пакеты и другие отходы уверенно поселились вокруг Тарычевского пруда, за которым долгие годы не ухаживают. Жители нового микрорайона Зеленой аллеи другим пруд и не знают. Тем не менее, люди не хотят мириться с такой ситуацией, и помощь в ее решении нашли в лице сотрудников Госсанэпидтехнадзора. Выехав на территорию, мы зафиксировали навалы бытового мусора, тем самым, то есть, ненадлежащее содержание территории. Это портит облик города, портит облик Московской области. Люди приезжают, смотрят, принц город видно, город красивый, вот. Но, смотря на такую ситуацию, складывается неблагоприятное впечатление о городе. Сейчас инспекторы Госсанэпидтехнадзора пытаются выявить, кто несет ответственность за уборку этой территории. И как только организация, нарушающая закон, будет определена, ее руководство обяжут немедленно устранить проблему. Обязательно нужно этот пруд почистить. Во-первых, это будет и красиво, и эстетично, и приятно будет гулять. Народу сколько, много ведь людей, да? То есть это однозначно должна власть, ну, кто там, видного проект как-то взять, чтобы его очистить пруд. Но и у жителей близлежащих домов есть возможность внести свою лепту и очистить Тарычевский пруд от мусора. Например, 22 апреля, в день общевластного субботника. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.